Морская свинка – это очень хороший питомец. Но вы когда-нибудь задумывались, почему? Они миленькие, легко приручаются, любят, когда их гладят, любят проводить время с хозяином и достаточно простые в уходе. Поэтому они стали невероятно популярны, как домашние друзья по всему миру. Однако нюансы, конечно же, тоже есть. Морские свинки социальны и больше всего любят проводить время в паре или небольшой группе. И если вы подумываете о том, чтобы завести себе такую зверушку, приносите в дом больше, чем одну. Морские свинки очень активны, и им нужно много пространства для бега и игр. Также им нужно много игрушек и укрытий для того, чтобы развлекаться и прятаться. Морские свинки достаточно громкие малыши и любят поболтать, особенно когда взволнованы или голодны. Поэтому этот питомец не лучший выбор для любителей тишины. Также морские свинки не очень хорошо приучаются к лотку, поэтому вам нужно быть готовым к частой уборке в их вольере. Также им подходит не любая еда, они должны получать много сена, свежих овощей и трав. Обязательно изучите этот вопрос как можно подробнее и другие аспекты содержания тоже, чтобы не навредить новому другу. Ссылка на подробный ролик о содержании свинок в закрепленном комментарии.